В этом году на конкурс социальных и культурных проектов «Лукойла» подано 20 проектов из Покачей. Сразу два из них родились в детском саду «Солнышко». Так, заявка с названием «Радуга возможностей» подразумевает приобретение программно-аппаратного комплекса «Калибри». Он позволит сделать процесс обучения ребят увлекательным и интересным. А это особенно важно, когда речь идет о детях с расстройством аутистического спектра, задержкой речевого развития. Обычно им трудно сосредоточиться, но когда перед тобой интерактивная панель с разноцветными карточками, можно в процессе игры запоминать то, что объясняет учитель-логопед. Каждый ребенок будет иметь возможность творить, фантазировать, именно играть в эти игры, получать какие-то новые знания, и в дальнейшем он их сможет использовать. Потом уже после детского сада наши дети идут в школу с определенным багажом. И именно вот мы сейчас в ходе реализации этого проекта дадим детям возможность наполнить свой багаж. Как мы считаем, все-таки это будет более продуктивно. Другой проект – учреждение «Спортивное счастливое детство». По задумке авторов, спортзал учреждений должен превратиться в многофункциональное помещение для развлечений. Мы планируем оснастить спортивный зал детского сада новым спортивным оборудованием. Это приобрести кольцебросы, массажные дорожки, спортивные наборы для проведения различных эстафет, балансировочные качели и доски, диски для переступаний, маты, батуты, еще много чего интересного. С идеей под названием «Азбука массажа» на грант претендует и Центр семейного устройства счастья в детях. Специалисты помогают детям с задержкой речевого развития заговорить. Ведь часто так бывает, что у ребенка очень огромный запас не активного, а пассивный словарь, очень огромный. Но в силу того, что он не может это выдать, и он не может полноценно общаться, и выясняется, что ему нужно поделать массаж. Именно зоны, те, которые отвечают за нашу речь. Педагоги надеются, что проекты найдут отклик у членов жюри и идеи будут воплощены в жизнь.